Меня зовут Алина Киракосян. Мне 25 лет. Я из города Южно-Сахалинск. Когда меня записали в музыкальную школу родители, мне это все безумно не нравилось. Я приходила домой, демонстративно рвала ноты перед мамой, говорила, что я больше не буду ходить в эту музыкальную школу. Но это продолжалось недолго. В дальнейшем я очень полюбила музыку и получила образование музыкальное высшее. На сегодняшний день я являюсь бэк-вокалисткой заслуженного артиста России Игоря Саруханова. И он часто мне говорит, ты можешь быть не просто бэк-вокалисткой, ты можешь быть сольной артисткой. Тихо-тихо-тихо-тихо. А вот и последняя участница. Интрига-интрига. Сейчас посмотрим. Без ложной скромности я хочу победить, потому что в меня верят такие люди, артист, с которым я работаю, и я постараюсь не подвести, сделать так, чтобы он мной гордился. Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Киракосян Алина. Я приехала из далекого острова Сахалин за своей мечтой. И я надеюсь, что вы поможете мне приблизиться на шаг ближе к моей мечте. Спасибо. Ой, бедная, она так волнуется. Красивая. Ой, очень я красивая. Сам еду, как будто я сейчас там стою. Ладошки мокрые у всех? Молоденькая она совсем. Волнуется ей очень. Ей надо отдышаться, прямо... отдышаться. Вот ей сейчас лучше не петь. Ты видишь, она задыхается. Она прям задыхается, да. Ой, как она волнуется. Чудесно. У меня передается просто эти токи, прямо не могу. Все, да? Слышишь, да? Прям все почувствовали. Все почувствовали, не дали волнение. Ой, слушай, у меня же это уже тахикардия, реально, меня трясет всего. Ух ты! Ух ты! Неожиданный ход. За это я могу, да? Дай очки, да. У меня аж трясется сердце. Один голос перевесил. И ты попадаешь в тройку лидеров. Скочила в последний вагон. Ну что ж, дорогие друзья, сотня прошу тишины, сотня прошу тишины. Конечно же, я хочу спросить Надежда. Алиночка, вы сначала производите впечатление
такой хрупкой, нежной, трогательной девушки, но при этом фантастика, масштаб, то, которого нам дали, это что-то невероятное. Спасибо вам. Ждем еще ваше выступление. Очень. Но есть люди, которые не встали, которые сидят. Ольга. Ольга Лесницкая, вокальный терапевт. Алина, дорогая, я должна признаться, я совершила преступление, я не встала. А все почему? Потому что я сидела, я смотрела, я наблюдала, думала, господи, как столько энергии, столько экспрессии помещается в такой маленькой девочке. Как она ходит на этих каблуках, ложится, встает, как она танцует. Я сидела как завороженная и такая, оп, а все встали, а я все сижу. Спасибо большое за выступление. Извините, что я не встала, но, слава богу, вы проходите, и я сегодня еще буду наслаждаться вашим вокалом, когда вы будете петь в дуэли. Удачи вам большое. А вот Кристина встала, Кристина встала, сразу же нажала на кнопку. Но нет, не сразу нажала на кнопку. Я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу смелость, потому что я прям чувствовала всей кожей, как вы волнуетесь. Вы вышли, мне казалось, что вы заплачете. Но как вы смогли взять себя в руки и сделать этот номер красивым, ярким? Вы танцевали, двигались, пели. Да, были неровности, но это все ерунда по сравнению с тем, что вы сделали с нами со всеми. Вы нас подняли, вы молодец.